Всех приветствую на канале. Выбрались покопать. Недалеко от дома, буквально вот отъехали. Машина чудит у нас опять. Теперь она не хочет заводиться с первого раза. Ну там, в принципе, были ошибки на старте, как мы сейчас смотрели. Ладно, как-нибудь. Ну, короче, отъехали недалеко. Здесь покосы. Сейчас вот пахать будут. Вот уже начали. Сейчас трактор уехал. Сейчас это будет перепахивать. Первый сигнал сейчас покажу. А, ну да, первая у тебя конинка была. Здесь дороги шли вот туда, в сторону. И церковная земля, вот где лес, вот там. Пожалуйста, вот вам сигнал. Убитый, к сожалению. Это Елизаветин пятак, это не Екатерина. Но убитый, к сожалению. Поищем, походим. Может, что-нибудь еще найдем. Так у нас. Ладно. Пипец вообще. Сигнал. Мертвая. Порух, что ли? Непонятно. Да, сохран виска в печали. Она просто вообще, я не знаю, чем по ней долбали. Плющили, наверное? Да нет, какими-то прям тырками утыркивали. Какая-то копейка. Чья? Чья-то копейка. Чья-то копейка. Ну ладно, бог с ним. Похоже на убитую капусту. Ну так, не убитую капусту, я не видел очень рад. Чтобы до такой степени ее изуродовать. Ладно. Вот интересная находка. Сейчас попробую. Дай помой это. Снять. То ли голова какая-то. Дай помой это. То ли лапа. На, помой. Больше на морду похоже. О, ушки бегают. Как же он будит, кировец. Ни хрена в наушниках не слышно, когда рядом проезжает. Короче, непонятная такая штука. Ну, красивая. Ну, прикольно. Ладно. Так, сигнальчик. Маленькая монетка. Очень похоже, когда достал на эту. На одну вторую Александра Третьего, что ли. Не буду шоркать. А, ну вон. В К, да. Видно. Такая находочка. Еще сигнал. Да, здесь просчитать, к сожалению, очень сложно. Потому что, насколько я помню, вот эти поля их пашут чуть ли не каждый год. Петры, что ли? Да, та-дам. Зачет. Ура! Копейка. Копейка. Ай, зачет. Ай, не зря. Вот тоже. Как же я их люблю. Угод пока непонятен. Мучить мы ее, конечно, не будем пока. Свет поймаю. Ты сказала, старая дорога, не просто там как аллея. Ну, аллея, там лавочка стоит с пробками. Лавочка правее, а аллея-то идет с этим. Вот на это дерево, да? Ну да, вот это дерево, оно краевое. Ай, зачет. Ладно, здесь походим пока. Деньга, да? Угу. Вот еще у нас Лизин, судя по всему. 50-й? Да. Анна. С 40-го она, по-моему. Так, подожди. Я чуть не помню. Нет, она в 50-х уже Лиза была, после Петра Третьего. Да? 46-й уже, ну, была Лиза. Вот убитенький, конечно, но все приятно. Это ж хобби у нас. Да. Вот мы и не старались. Ладно.
Вот иногда терка может. Вот реально. Смотрите. Ну больше штыка конкретно. Плюс шестерня. Еле-еле слышный. Памп. Ну это деньга. Она просто грязная, видно. Вот. Ладно, потом отмоем. Что-то там он тоже копает. Ладно. Так, ребят, ходим, все, бродим. По чуть-чуть вылетают находочки. Но сохран печальный. Рамочник 20 копеек. Убиенный насмерть. Сейчас. Где там солнце-то, я не вижу. О. Ладно. Идем в сторону машины уже. Вот. Что-то у нас главный по чешуе все продолжает их выкапывать. Что там, чья? Знаю. Так это, мой люб, это уделка. 100%. Да? Она... Хотя хрен знает, здоровая какая. Здоровая. Смотри, сейчас покажу. Слушай, ну это вообще какой-то зачетик. Для солнца-то. Во. Ну, дом под мухой. Большая достаточно. Тебя хрен знает. Всадник, вроде как, всадник. Там что-то написано. Ладно, будем читать. Нормально. Пятак, Петры. Владимирское что-то. Я думаю, что это уделка. Это уделка. Ну и вообще отлично. Ребята, блин, надо у тракториста, у того спросить, будут они боронить или не будут. Когда нет полностью. Да, наверное. И разборонят. Так, ладно. Монета вылетела. Сейчас перл был вообще. А ты этот кусок горшка куда дел? Карманил. Потом покажем. Чешуйку вот эту достали. И рядом визуально кусок старого-старого горшка. И такой сигнал из земли. Да, цветной с чернинкой. Ну, думаю, ну все, нашли. Ага, хрен там. Так, что, Павел? Павел. Ладно, что же сделаешь. Находка все равно хорошо. Так, будем ждать, когда его вспашут, это поле. Интересно оно уж больно. Петры, чешуя. Ладно. Ну что, други и подруги, пришли к машине, походили часа три, наверное. Вот находочки выкладываются. Ну все, конечно, не чищено. Но мы, как всегда, будем нормальные монеты прикладывать, фотографии. Итак, зачет. Может, отмоется еще, хрен его знает. Карины, шмурдины, голова льва. Пуля. Вот это скажите, по-моему, это пуля какая-то. Сейчас я покажу. Где-то я что-то слышал или видел. По-моему, это что-то пуля. Кто знает, напишите. Находок немного, но они очень радуют. Ну и вот это, конечно, эпическое. Не знаю, будем смотреть, что за чешуя. Тихо-тихо-тихо-тихо, сейчас я... ВСП, что-то, тра-та-та. Да я не знаю, что вот это за букву, не помню. И В. Ну ладно, так. Я думаю, что... Думаю, что мы на это поле еще приедем, его побьем. Места очень старые. Первое упоминание, это понятно, что были там, наверное, еще в 14 веке. Мы ходили здесь, конечно, очень много. Так что я думаю, что вернемся еще мы сюда. Прям, может быть, и завтра. Завтра с утра съездим. Коп-мобиль отвезем на диагностику.
скорее всего, умирает в старте. Не может прокрутить. Ну, вернее, он крутит, но не сразу заводит. На этих дизелях он может забирать на себя. Вот так. Ладно, до скорых встреч.